Тайкок с точки зрения технологий, с точки зрения новизны производства, с точки зрения организации производства, действительно одно из лучших предприятий в мире и лучшее в России. Предприятие производит достаточно широкий спектр кокс-химической продукции. В первую очередь, конечно, это металлургический кокс разных фракций. Это коксовый орех, коксовая мелочь. И широкий спектр химической продукции. Это продукция смолопереработки, это ПЕК каменноугольный, который используется в алюминиевой промышленности. Это бензол, это масла различного вида. Основной продукцией Алтайкокса является все-таки не кокс, а является все-таки, наверное, облака. Как сказал один ребенок, когда у него спросили, что производит на предприятии его папа. Но если говорить серьезно, то до 20% всего оборудования, которое установлено на Алтайкоксе, оно решает как раз вопросы экологических проблем. Это установки беспылевой выдачи кокса, это санитарно-защитная зона. 30% нашей территории – это зеленые насаждения. Мы регулярно высаживаем каждый год приблизительно по 150 саженцев. Мы проводим конкурсы по благоустройству территории. Если это начиналось просто с цветников, с каких-то цветочных фигур, то на сегодняшний день это уже переросло в более серьезную программу. С точки зрения конкурентоспособности мы всегда находимся на первом месте, а все остальные уже гонятся за нами. Только так.